где Виталий Фролов. Работу определенно проводит по исполнению режима. Характеристика земельного участка – это его кадастровый паспорт. С землями лесного фонда действительно ни органы местного самоуправления, ни области 47-го лесничества, Министерство обороны, Владивостокский лесхоз. Московский край, город Владивосток, конечно, заинтересованы в том, чтобы без потребностей в помещениях учреждение может определиться, будет такое, а фонда нет. С принятием генерального плана города Владивостока ФТ-заявитель обращается к предоставлению земельных участков. Администрация города Владивосток согласна с тем, что там деревьев может и не быть. И при декабре были изменения в правила землепользования и застройки. 250-м краевым законом предусмотрено, что если недостаточно земельных участков на территории муниципального образования, в котором заявитель обратился о постановке в реестр на получение земельного участка, если заявитель согласен получить земельный участок в ином муниципальном образовании, то такое получение земель возможно. При условии, если муниципальное образование в лице соответствующих полномоченных органов заключили между собой соглашение о взаимодействии. Для того, чтобы администрация города Владивостока обеспечила контроль за исполнением законодательства, Московского края, город Владивосток, конечно, заинтересованы в том, чтобы, так сказать, легкие города.